То есть с умным игроком всегда играть проще, чем с неумным. Да не, фалы у него тоже предсказуемые. Но еще с предсказуемыми игроками играть намного приятнее, чем с разнообразными дудеринами. На мой взгляд, конечно. Хорошо, хоть щеки отошли еще, а то вчера у меня щеки вообще были в каком-то состоянии таком. Не очень хорошем. Да, как раз таки дело-то в том, Ленарай, что когда ты играешь с дикхедами, к сожалению, абсолютно не... Ты как бы... твое переигрывание может ничего не значить. Ты можешь его там 10 раз переиграть и проиграть все равно, понимаешь? Понимаешь, в чем прикол? Как раз таки сильного игрока переигрывать приятнее, потому что... Если уж ты его переигрываешь, то ты его переигрываешь. А играя вот с таким парнем, он просто нажмет какой-то чумовой автопуть через 26 плюсов, и ты такой хехом, да. И на луну. Это война. Да, не получится замаксить удар СМБ сразу. То есть, грубо говоря, к умной игре есть ровно две контры. Ладно, три контры. Умного игрока может обыграть более умный игрок. Умного игрока может переиграть абсолютное животное, ну, которое как бы играет тупо через МБКЛ, просто перебашить. Игра дает инструментарий слабым игрокам обыгрывать сильных. Это баш. Чудовищный какой-нибудь. А вот.
Ну и третий инструмент — это вот игроки уровня Анкола, которые играют что-то абсолютно шизоидное, непредсказуемое. И это тоже тяжело законтрить. Но с Дио в этом плане проще. То есть, ну... Я знаю, чего ждать от Дио. Другой вопрос, что после травмы лучшего игрока шансы, ну там, со смерти лучшего игрока и потери гарда, шансы с 60 на 40 плавно переехали в какие-нибудь, я не знаю, там... Ну, типа, на те же 60 на 40, только уже в пользу Дио. Вот так я бы сказал. Это не хорошо, не плохо, это просто... Это печально. То есть, скажем так, это, ну, конечно, не самый худший сценарий, который мог быть. Ну, тоскливый. Ну ты нехороший Кирксигор. Мягко скажем, нехороший Кирксигор. Да, зараз минус армором, да. Понимаешь, когда у тебя умирает два Крахсигора, когда у тебя умирает три прокачанных скинка со статапами, когда у тебя умирает прокачанный Завар, у тебя, к сожалению, просто нету финансов для того, чтобы менять минус армора. Фалить тут пока есть смысл только Клавсу, а она чё-то не прилегла. Или Гарда. Тем более я сначала страховался от подбора. То есть, если бы я не подобрал, у меня были бы игроки на оттяжку. То есть, если фалить, то фалить-то надо тланом отчаяния. Понимаете, о чем я? Фалы это хорошо, но пока немножко как бы не до них. Привет, Минг. Да. Завры мясо. Кто мы, мясо? Вот завры мясо, ребят. Не знаю, на моей памяти из 9 арморных команд эта Тима самая помирательная. Буквально. То есть нет ни одной другой команды, которая ломалась бы так же хорошо, как Завры. Завры впереди планеты всей. Они прям чемпионы по помиранию. Я, кстати, не шучу. То есть, реально, и орки, и гномики, и... Да все что угодно, в принципе. Любая 9-арморная... Единственная команда, которая иногда может посоперничать, это, наверное, огры. Изредка бывает такое. Хотя все, мне кажется, завры чемпионы.
Это знаете как вот с этим? С мальчиком-инвалидом и с фразой «Ты чемпион!» Эти гадости еще и фалят. Что за псы? Не знаю, у меня самое бесячее, что сраный Unknown оказался 20 игр. Вот это просто лютая подстава. Вот за это хочется просто побить кулаком в лицо организатора. Я имею в виду, что как бы это буквально худшее, что можно было придумать. И как бы... За что? Что мы тебе сделали? Какие 20 игр, как бы? Ты чё? Я не заслужил играть 20 игр на этой команде. Я много еще плохого сделал, но как бы 20 игр я точно не заслужил. Уверен в этом. Привет, очки. Я, конечно, понимаю, что турнир типа последний, надо... Сыграл в Sneaky Git! Ну, все, ребят, ну, как бы, докатили. Sneaky Git играет. Это успех. Мы дошли до того, что играет Sneaky Git. Ей! Заявка на арену. Типа тебе. Лучший навык в игре. Да, да. Глубоко удовлетворен собой. Привет, Преттерс. Вообще, конечно, напрашивается вопрос, в этом турнире уже когда-нибудь закончится, блин, эти Клавса-то, а? Меня уже немного утомило играть против Клавсы. Может быть, удаление. Почему нет-то? Привет, Эйзенхорчик. Могу зачитать описание, не знаю. На время фала игрок не удаляется с поля за выпадение дублей при броске на определение брони, только если бросок не был успешным. Привет, Экиям. Ну, Sneaky Git в данный момент это просто слабый навык. Ну, то есть он как бы, ну, не шибко нужен. У него в игре нету какой-то ниши, в которой он бы, прости господи, использовался. Да, там апнут. Привет, так и я могу. Гадость.
Минус к мув, это аптека. Нет? Надо. Это надо было прятать, если честно. Еще единичку сбросил. Пошла Кощеева игра, как говорится. ДП не хватило, да, там была бы травма, было 6-3, я видел. Было бы хорошо, но что ж поделать. Если поймаю, ДП возьму, наверное. Ну, если доживет до этого. Ну, приятная травма, как бы. С учетом того, что мы пока просто на колоколах, то... Да, у него замена, но это был единственный гард. То есть это был удачный момент. Эксперимент признан удачным, в отличие от фильма «Зоя». Парам-парам-пам. Извините, я вчера посмотрел обзор Bad Comedian. Вот. Ощущения какие-то весьма специфические. К слову, помните, я рассказывал о том, что Пивоваров чутка скурвился? Вот как бы еще одно такое условное доказательство. Слышь, хватит меня давить-то, а? Хорошо, у него безумия нет. Мне МБшку хотелось спрятать от МБ клавсы просто. Дебильная игра, но вот, вот так вот. Что-то ощущение, что как-то очень агрессивно играет Рашпель. Я имею в виду, что у него какое-то такое ненормальное желание по фул контактить. Да, Минк, это нормально. А я тут недавно, в общем, читал про расследование. Ну, не расследование. В общем, разбор архивных документов про ГУЛАГи. Там была статейка на тему... Вот сейчас же у нас популяризируют, что... А давайте вот вернем, типа... Вот такие, типа ГУЛАГи условные, да? Так вот. И там на эту тему был момент, вот обсуждение, вся фигня. И мне понравился, что там был такой момент, в общем, при работе... была должность, называлась Вридл. Чё, как вы думаете, что такое Вридл? Ваши, собственно говоря, предположения, ребят. Я, честно говоря, думаю, что даже самые ваши смелые догадки, скорее всего, будут далеки от реальности. Временно исполняющий обязанность... временно исполняющий должность лошади. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать, как бы. Смерть хаосу. Смерть хаосу.
Ну, как я понимаю, это была крайне тоскливая работа. В смысле, без шуток, это было как бы ультра мэ. Я тупой. Ладно. Вы этого не видели. Привет, Китон, рад тебя видеть. Как твои дела? Вообще, завтра раскидывают хаос. Чё-то после минус клапсы стало полегче дышать. То есть у него минус два воина, минус это. Слушайте, так мы сейчас до конца драйва просталим как животные. Просто будем животно бить в лицо и обижать шампиньоны. Вот. При дебильной игре. Будем считать, что так и задумано. Как Кощей. Хорошо, спасибо, что поправил. Жаль. Кубик в мячик нашел. Два кубика, я имею в виду. Правда, вот зачем подошел? Типа, там же выталкивание сейчас будет. Я ж животное, я же вытолкну. Нет-нет, временно исполняющий должность лошади. Не-не-не-не-не, временно исполняющий должность лошади, ребят. Блин, выталкивание красиво сыграл. Красиво-красиво. Признаю, правда, сейчас его за это будут выталкивать, ну, как бы массово. Но это был красивый плей. Ха, не вытолкнул. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну тут да, конечно. Блин, ни одной травмы. Чё за печаль? Ладно, ладно. Будем считать, что это справедливо. Окей. Будем считать, что то, что ни одной травмы, это справедливо. Жаловаться особо не на что, как говорится. Вообще красиво, как бы. А где хаос, простите, тут на поле? Ну, это не софт-консит, конечно. Это, заметьте, ну я же сыграл как Дегрот. Просто команда работает сама собой. То есть, тебе даже ничего делать нету, Дегрот и хаос работает просто. Понимаете? Это самое, как бы, самое раздражающее. Ой, хаос. Ну, ладно. По сути, это хаос. Это был байт.
Это был байт. Счет завры полный ноубрейн. Я ничего не сделал. Вот буквально. Я не прикладывал никаких усилий. Ну, ладно, второй тайм начали типа с нуля, по факту. Ну, как бы, ну, без шуток, но, в общем, ну, я ничего не делал. Я просто вот постоял и как бы построгал. Не знаю, не люблю я завров. Они слишком... Слишком не требующие усилий, короче. Все просто. Либо ты не ломаешься, и тогда ты типа шампиньон. Либо ты ломаешься, и тогда... Ты все равно показываешь крутой результат, просто жоп немножко болит. Вот, собственно, вся разница. Если коротко описывать. Да нет, мне черки намного больше понравились. Черки офигенные. Реально. Черками играть в 10 тысяч раз приятнее. На чёрках, в отличие от завров, думать надо. Я имею в виду, что у чёрков позиционка сложнее. И бить приятнее. То есть, чёрки, они как раз не про то, что ты получаешь в рыло, как завры. Чёрки про то, что ты даёшь в рыло. Это ж так приятно. Это ж кайф. Что приятнее, как бы? Более сложная позиционка, и ты бьёшь. Или намного более простая, и тебя бьют. Но, очевидно, первое. Да, мы это знаем, Анкол. К тебе вопросов нет. Ренегаты клевая команда, но да, она... Имеет ряд довольно неочевидных механик. Вообще говорю, драйв дебильный получился. Ничего не сделал, а команду Рашпиля как бы... Разобрал. Даже один раз дал ему... Ну, не самые, конечно, простые, но все-таки кубы. Там можно было, конечно, их не давать. Как говорит Колян, лучше не давать, чем давать. Понимаете? А я дал, я не молодец. Ну да пофиг. Ну это завры, они как бумага. Не Влад бумага, а как бумага все стерпит. Вот завры все стерпят. Ну, я не планировал у Калина брать интервью. Но сегодня вот я в 4 сяду снимать кое-что. Я не знаю, будет 6 или 7 видео. Вот. Меня сейчас результат уже не так сильно волнует.
Я имею в виду, что я, типа, не выжигаю землю. Ну, у Калина просто микрофон абсолютно не играбельный, не слушательный. Там было не интервью, там было другое. Просто у Калина, к сожалению, микрофон, ну, как бы... Сейчас, подождите, я не знаю, я сохранил или я удалил. Сейчас я посмотрю. Да где у меня корзина была? Да, что-то как-то грустно будет сейчас на лосе. Нас как-то маловато, короче, ребят. Я заметил. Нас как-то маловато. У нас гард никак не хочет вставать. Да нет, слушайте, я что-то тупой. Давайте сыграем как ретарды. Я имею в виду, как бы еще придумывать что-то сложное. Вроде оно. Просто Колян сказал, типа, ну это же можно слышать. Вот даю вам пример, ребят. Скажите, вы бы стали такое слушать на протяжении 2 часов примерно? Давай посмотрим. Так. Как дела? Привет. Как он сказал, что это сзади звуки стройки. Привет, аллигаторы. Это ком-то Хованского, видимо. У меня первая такая же комната. Я имею в виду по разбросу. Ну вот, я просто сказал, говорю, Колян, ну, типа, ты лапушка, голос приятный, но, типа, ну, тяжело людям будет слышать такое. Типа, помехи слишком адовые. В смысле? Ты о чем, Бобби? Куда приняли? Я что-то не очень понял. Я, видимо, упустил какой-то важный пласт информации. Вы о чем, ребят? Ты не в курсе? Я, видимо, вообще не в курсе. Стоп, что? Подожди, в Санкт-Петербурге задержали. Так, сейчас грузится. Так. Это новость с утра прям? Ага. Ну, я как бы ничего не хочу сказать, но как бы... Ну, он немножко дебил, ребят, извините, пожалуйста. Я не слышал эту песню, но мне кажется, что... Ну, типа, как бы... Чё он ждал-то, господи? У него как с инстинктом самосохранения?
Тут даже версия Майкла Наки есть. Да. Ну, Стас, конечно, веселый парень. Вот, знаете, судя по этому стуку, вот, ну, естественно, он уволился 2 недели назад. Судя по этому стуку, в очередной раз понятно, что Стас Какай просто действительно фанат Советского Союза. Вот уж человек действительно от начала до конца оправдывает, я бы сказал. Как бы доносы это наше все, как говорится. Приятно, что человек как бы поддерживает традиции доносов, которые пришли к нам от предков. Очень мило с его стороны. Тебе сказать, учитывая, как ведет себя Стас Какай просто, я, честно говоря, не уверен. Он же немножко ёбнутый. Может быть, даже не немножко. То есть, если он стуканул, а я вполне как бы допускаю это, меня бы это вообще не удивило бы. Ладно, не умер. Жаль, хотелось отсюда пнуть сюда, чтобы получить хороший скаттер. Но опять же, говорю, тут в первую очередь надо сказать, что как бы... Ну типа, блин, ну нельзя записывать такие песни. Даже, ладно бы с точки зрения морали. Ну типа... Мораль вещь такая, я имею в виду, у каждого своя. Но с точки зрения здравого смысла, типа очевидно, что если ты будешь это делать, тебя как бы посадят на бутылку. Ну в смысле, ну серьезно. То есть именно с точки зрения, это тупо. У нас вообще как бы желание публично расправиться с человеком в России, оно прям, ну, уже давно, в общем, запущено, я бы сказал бы. То есть, ну, как бы, нет, я-то к Хованскому, конечно, не испытываю никакого сочувствия. Вот. Но, типа, я просто удивлен, что... Он же вроде не совсем тупой. Он прямо призывает, но он идиот. Я имею в виду, на что он рассчитывал, как бы. На что он рассчитывал. Да нет, на мой взгляд, он как раз-таки вполне тянет, но не суть важна. Хованский-то просто тоже гнида, тут без вопросов, как бы. Тут как бы типичная битва мочи с говном. Тяжело выбрать, за кого болеть. Но просто я имею в виду, что... Ну, какой смысл делать такую песню, просто напрашивается вопрос. Ты что, тупой, что ли? Я думаю, что даже в более, скажем так, условно назовем это либеральных странах, люди не очень хорошо бы отнеслись к такому. А уж в Россиюшке
Ну, типа, вообще непонятно, на что ты рассчитывал. Ну, это уж вы меня извините, как бы это... Я просто не понимаю, честно. Стоит ли нам ситарить? Давайте зададимся вопросом. Стоит ли нам ситарить? Мне кажется, что это та ситуация, где подситарить вполне можно. Да, мы немножко продаемся, но если вдруг мы сейчас найдем шестерку, если мы вдруг сейчас найдем шестерку. Ладно, это было смешно. Вдруг нашли шестерку, я бы сказал бы. Вдруг. Чек и Саша шестерку нашли. Но там были трудные кубы в мяч, понятно. Вот. Ну, даже если посмотреть все эти кубы, мы еле-еле набрали на одну шестерку, ну как бы. Ну, смешно, смешно. Привет, Ситар. А чё ему там вообще грозит-то по этому делу? Ну, слушайте, если он присядет, то его рэп станет более актуальным, потому что рэперы вроде должны присесть, вот. Неплохой матч, ну как тебе сказать, Ситар? Что-то как-то не очень, если честно. Ну, спасибо, конечно, но что-то победа какая-то, ну... Как бы выразиться-то? С очень большим привкусом, я бы сказал. Привет, Джинни. Да я просто сбрил косу и вторую косу. Издалека напоминаю человека. Очень издалека. Многовато, конечно, даблы накинул в последние ходы. Ну, что поделать. Ну, наконец-то ход без терновера. Также в рамках уголовного дела за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма, по нашей информации, летсплейщик, стример, создатель YouTube-шоу «Школа блогеры» Нефёдов проходит по нему как свидетель. В его квартире в Гатчине тоже провели обыски и повезли Андрея в отдел. А он-то тут при чем? Подожди! А с ним что не так? Я просто не понимаю. Как бы по какому принципу они берут, выбирают того, кто... Я в шоке что-то. А, я понял, смотрите. В конце февраля Юрий Хованский заявил, что ему стыдно за песню. Я никогда не пел эту песню перед жертвами Нордоста.
Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нефедовым. Вот оно как. Ну, как говорится, вчера ты тусишь с ЛДПР, а завтра сидишь. Извините, пожалуйста. Я знаю, как это звучит, но... Ладно, попродадим здесь. Потерпим. Не, ну история забавная просто. Блин, интересно, это постанова или не постанова? Вот в чем вопрос. Я имею в виду, что... Как бы... Не то чтобы это похоже на постанову, но я имею в виду такая нелепая ситуация, удивительная. Удивительно нелепая, не знаю. То есть, согласитесь, что вот если все это описывает, то оно как-то вызывает вопросы. Я так аккуратно скажу. Ладно, у меня есть хороший, красивый план. Окей, ладно, плана теперь нет. Точнее, он уже не такой хороший и красивый. Не, ну просто Хованский, сидящий в тюряге, это чутка как бы смешно, но не удивительно. Зачем БТ брал? Thank you.
Зачем красиво? Слушай, Ситар, там в первом тайме, по-моему, на пятый ход, потом глянь, очень красиво сыграл Рашпиль. И сразу после этого я вытолкнул ему трех игроков, потому что ему не повезло. Так что, пока основную красоту сделал Рашпиль. Там был реально крутой ход. Реально крутой ход. Но потом вот так уж получилось, что очень ему не повезло. Он там прям реально круто сыграл, и как бы игра сказала. Я там прям... Ну, скажем так, я понимал, что там есть что-то через красное. Но решил сыграть на пофиг. Чуть не был наказан. Так это назовем. Я не очень понял этот мув. На, это будет блиц борьбой, тип. Это типа БТ хотелось отзонить. Ну это вот, если он сейчас не задоджит, то это будет грустно ему. Теперь надо найти 2-5-6. Двойку нашел. Скаттер не очень. Насколько мне известно, нет. Хорошо сказано. Ну, почти честно, я бы сказал, но... Можно было, конечно, задоджить, попытаться кинуть 5+ и помарчить вот это вот, но окей. Меня немножко не то что забавит еще мысль по всей этой ситуации, что как сказать-то? Как-то слишком быстро начались времена, когда начали кушать условно своих продажных. Я имею в виду, что мне казалось, что это должно произойти чуточку позже, а кушание своих продажных началось очень быстро. У вас нет такого ощущения? Thank you.
Ну чё? А, не поездка в мяч. А я думал, он рискнет как-нибудь савтопутировать там. Ну чё, 89% на победку, ребят. Ну, типа, легкая страховка. На всякий пожарный. Ну, говорю, Завры, блин, ну, Тима какая-то очень дурнявая. То есть ты как бы вроде ничего не делаешь, а они все за тебя делают и как бы... Не знаю. Мне неловко от того, что я не чувствую своей вот этой вот... как правильнее сказать-то? Своего участия в игре, короче. Понимаете, о чем я? Ничего полезного не сделал, а по сути вот как бы... Тут чемпионов рубла разламываем. Ну, блин, это реально Тима, которая сама тебя везет. Думать вообще не надо. Реально, вот из всего моего опыта игры не было ни одной команды, которая вот настолько бы самовозила. Тебе прям реально, вот единственное, что требуется не ломаться. Если ты не ломаешься, то тебя остановить практически невозможно. Потому что ты, в общем, очень быстро бегаешь, очень больно бьешь, очень сильный, по тебе кубы найти посложнее. И как бы... Не знаю. Не, почему в сторону Кощея? У нас тут Мишандр есть в чатике. Покидаем в монастырский огород. Вот так вот. Найс. РР? РР, РР. Да, это был ожидаемый РР. Он хотел качнуть воина на единичку опыта. Игра сказала, не надо же Кощеева скинки, как бы, в этом матче. Скинки в своем репертуаре, как бы. Ну, скинки не пробиваются, это знать надо, вот. Честно говоря, я сомневаюсь, что я второй матч смогу напырить Рашпеля. Ну, вообще, скинка... Завров вроде убирают из ББ-3. Их кардинально режут. Вот так вот. А кто тебе сказал, что у них статистический винрейт полная фигня? Ты это себе сам придумал? Или как? У них очень высокий средний винрейт. Один из лучших в игре. Ну, их вроде в легенды переносят. Их вроде в ББ-3 как в этом не будет. А, ну, кстати, да, БТ пофиксили. БТ в какой-то степени, в серьезных играх, очень хорошо режет Завров. Это правда. Довольно балансно, я бы сказал, режет. Этот воин может, если получится, пас кинуть MVP и прокачаться. Ну, статистика ППО и общая статистика — это разные вещи. Я бы сказал, что еще в ЦЛПО просто не так много Завров выходит. Уточним.
Эх, не по Снике Гитим. А, Ситар! В этой игре Снике Гит сыграл разочек. Представляешь? Я кинул 1-1 на фол, и Снике Гит такой. И я тютеньки. Опыт лег, конечно, не очень здорово. Ну, вообще, конечно, подайсели. Там был некий момент, когда не поперло сильно, когда вот я пару ходов подряд говнины накидал во втором тайме. Но остальное время прям сильно перло.